Добро пожаловать на Номад Шоу! Номад Шоу! И сегодня у нас дорого-дешево. У нас две команды. Первая команда Жан и Ксин. Вторая команда Амир и Рейн. Ну что, let's go! И вот мы перенеслись к нашим первым едокам. Это сопротивление Ксин против Рейн. Сейчас ребята будут пробовать еду и будут доверять полностью своим рецепторам вкуса. То есть они не будут трогать все это, я буду их делать сам. То есть я буду их кормить. Ребята, сейчас я вас накормлю. Вот, как вы уже поняли, я сегодня ведущий, потому что я эксперт в еде. То есть за все пищеварительное отвечаю я. Я любитель вкусного. Ой, спасибо. В общем, спасибо большое. И смотрите, у нас есть тут на столах, как вы заметили, вот такие масочки. Ребята будут полностью закрытыми глазами пробовать еду. Вот. И есть такие карточки. Кстати, смотрите, как они с обратной стороны выглядят. Очень красиво. Это мы. Вот, мы всегда показываем их. Вот. И у нас тут есть вот такие надписи. Дорого-дешево. То есть, ребята, после того, как они попробовали еду, будут поднимать таблички и выносить свой вердикт. Ну что, вы поняли? Да, конечно, let's go. Ну что, let's go! Первое блюдо, мы начинаем. Ребята, надевайте свои масочки. Все? О, видно? Сколько пальцев показываю, Рэй? Сколько пальцев показываю, Рэй? Я муха. Я думаю, он не умеет считать до двух разговорщиков. Рейн, сколько пальцев показываю? Вот это показываешь, кажется. Либо вот это. Ксим, сколько пальцев показываю? Три. Неплохо. Так, ребят, let's go. Первое блюдо уже появилось на нашем столе. Вот, сейчас мы начнем давать нашим едокам это попробовать и угадать. Начнем с Ксина. И берем вилочку и кормим. Ты мой хороший, иди сюда, ты мой сладенький. Давай побольше. Открывай ротик. Аккуратно. Опа. Вы поняли, что это такое? Сейчас, секунду. Это оливье. Это оливье, все верно. Супер. Рейн, открывайте ротик пошире, сейчас побольше, и открываем. Господин судья, разрешите распробовать мясо, пожалуйста? Конечно, оно у нас имеется. Открывайте. Опа! Еще, можно еще? Пожалуйста, открываем. Опа! Я думаю, ребятам не стоит наедаться, потому что у нас впереди еще очень много блюд стоит попробовать. И на нашем столе уже появилось второе блюдо. Интересно, интересно, поймут ли ребята, где что? И начнем мы в этот раз с Рейна. В тот момент, когда они открывают рот, мне кажется, нужно вставить Витаса, поняли? Так, поехали. И... А где? Открывай, открывай, открывай. Я... Опа! Нормально? Угу. Есть контакт? Угу. Хорошо. Угу. Итак, ребят, сейчас вы можете открыть свои масочки. Ой-ой-ой. Вот, убрать их с лица. Вы как? All done. Жарко, да. В пиджаке тоже жарко. Достаточно. Вот. Блин, если честно, я вам завидую, потому что кушать это всегда прекрасно. Я думаю, все согласны, что такой контент это круто не только для зрителей, но и для нас самих. В общем, сейчас вы вместе на счет 3 должны поднять свою табличку и сказать, что это было, дорого или дешево. Есть 5 минут на подумать, давайте. Нормальный ход. Так, ребят, я надеюсь, что вы уже подумали. И вы должны вынести свой вердикт. Где было дешево или дорого? Первое блюдо или второе? Поехали. Первое блюдо. Поднимаем. Первое блюдо. Первое блюдо. И
Хорошо. Хорошо. Значит, второе блюдо, соответственно. Да. Ну что, хочу сказать, Рейн, ты красавчик, потому что ты не угадал. Побеждает Ксин! Один балл команде Жан и Ксин. Каким образом? Можете поделить комментарии. Запробовал первый, такой, знаете, сочный был. И такой вкусный. Вот колбаса вкусная была, кстати. Я что-то там пробовал. Да, то да, есть, колбаса. Прям сливочный такой вкус. Такой родной, вкус, да, такой очень вкус? Очень такой дорогой вкус. А по мне вот второй это, ну, такой суховатый был. Вот, появилось два блюда, которые вы пробовали сейчас. Вот это оливье наше родное. Да, как вы можете заметить, это обычный рецепт, который, в принципе, классический. Мне тоже больше нравится такое оливье. Вот такое я, кстати, не пробовал. Дайте мне вилочку, пожалуйста, я попробую. Выглядит прикольно. Смотрите, это блюдо подороже. То есть, смотрите, это оливье стоит 100 рублей, а подороже стоит 330. Что? Nice. Кстати, господин ведущий, почему вообще я начал, ну, именно пришел к такому выбору? Потому что первое, все нарезано довольно кубиками, то есть оно такое по консистенции, оно очень грубоватое. И плюс первое перебило вкус второго, то есть второе блюдо, оно было, ну, мягче намного, то есть оно было нежнее. Соответственно, я пришел к такому выводу, что второй салат был дороже, чем первый. Один из фактов. Ксин любит нежные блюда. Это очень хорошее замечание, потому что нарезка действительно очень влияет. Это классное замечание. Кстати, Ксин умеет готовить. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть, как Ксин готовит оливье. А мы продолжаем и переходим к следующему блюду. Поприветствуем второе сопротивление. Это Жан и Амир, наши вторые едоки. Объясню правила ребятам. Смотрите, сейчас что будет? Мы надеваем масочки, мы выносим сюда блюдо, вы пробуете, надеясь только на свои рецепторы. Точнее, вкусовые сосочки. И... Удачи. Достойно. Одеваем? В общем, да, вы можете надевать. Самое главное правило – не бить ниже пояса, не кусаться. Да, вести бой достойно. Ну что? Вести здоровый образ жизни. Погнали! Как вы видите, на столах появилось наше блюдо. Попробуем начать с Жана. Я думаю, здесь не понадобятся нам приборы. Мы будем кормить с рук. Это по-родному. Вот. Ну что, мои хорошие, я вас сейчас накормлю. Давай, только давай, не, давай, давай. Только не кушайте этикеточку. Аккуратно, открываем. Ага, кусай. Все-все можешь кушать. Отлично. Ага. Держим комментарии пока что. Сейчас, Амир, давай, ротик открываем. Открываем, давай. Все-все-все-все-все. Отлично. Мы это вырежем, ничего страшного. Кстати, я выгляжу как люди в черном, поэтому, ребята, я в этой организации уже очень давно. Камуфляж хуже некуда. Переходим к следующему блюду. Блюдо номер два. В этот раз первым попробует у нас Амир. Также нужно будет полностью. Давай. Хорошо. Хорошо. Сейчас, секунду. Сейчас, секундочку. Да. Сейчас. Одна секунда, сейчас. Открывай. Одна секунда, сейчас. Все, не разговаривай. Попробуйте, попробуйте, попробуйте. Ребят, вы можете снимать свои маски. О, ура. Да будет свет. Ярко очень. Запить можно? Да, запить можно, конечно. Ну что, ребят, как вам крабовые палочки в целом? Прикольно. Прикольно. Вкусненько, да? Я потом как-нибудь попробую. Ты почувствовал разницу? Я почувствовал разницу. А ты почувствовал? Да, ладно. Давай. Окей, давайте приступим. Как вы думаете, первое блюдо, которое вы пробовали, какое же оно? Через 10 секунд вы должны поднять свои таблички. И время пошло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, let's go! И... Хорошо, значит, второе, ну, понятно, да?
Отлично. Ребят, я вас хочу поздравить. Блин, Амир, ты реально красавчик. Серьезно, ты я угадал? Ты не угадал. Не угадал. Блин. Угадал Жан и команда. Жанна зарабатывает балл. Поаплодируем. У теперь у них 2 балла, у вас 0. Ребят, поднажмите. А почему ты подумал, что первая это дешево? Потому что вторая как будто плотнее, вкус насыщеннее был. Да. Насыщеннее ты почувствовал? Нет, для меня был первый насыщенный, поэтому я сделал дорого. А еще они были разные по форме. Вторая была более квадратная, а первая какая-то с углами прорезанная, как будто вот так прорезанная, углы такие красивые. Да, и чисто согласен. Из-за того, что у первый вид был более другой, а у второй банальный квадратный, который обычно мы добавляем в салат, я сделал такой вывод, что первая это дорогая. Ты хорош. Просто первый очень мягкий был, очень мягкий, как будто не очень, а второй такой плотненький, я из-за этого повелся. Но второй был сочный, да. Да, сочный. Прикольно. Ладно, ошибся. Ребята молодцы, мы их поздравляем, и мы переносимся к следующему блюду. И мы перешли, наконец-то, к следующим участникам. Представлять не буду. В общем, сейчас ребята будут пробовать следующее блюдо. Ребят, ну что, ваши любимые маски супергероя давайте. Давайте. Общий сбор. С превеликим удовольствием. Все, да. Как вы видите, у нас появилось блюдо на нашем столе. Первым будет пробовать Ксин. Mm-hmm. Поехали. Я готов. Открывай. Это интересно. Угу. Вторым будет пробовать Рейн. Открываем ротик. Вот. Открывай ротик. Просто не разговаривай много, кушай, блин. Вот вилка. Ты хотел пиццу вилкой кушать, молодец. Да, кстати. Вы уже поняли, что это пицца. Ваша задача понять, какое это блюдо, дорогое или дешевое. Хорошо, приступим. В этот раз будет пробовать Рейн, осторожно, горячее, аккуратно, давай, и Ксин, так, сейчас, ага, вот так, кусай, опа. Что это такое еще? Я не знаю, что это такое, если бы я знал, что это такое, сейчас подождите, пока маски не снимайте. Угу. Ладно. Ну все, ребят, вы можете снимать свои маски. Я думаю, это задание было посложнее, чем предыдущее. Кстати, да. Сейчас вы должны подумать, у вас есть 10 секунд. И пока вы будете думать, вы можете обсудить. Вообще, в целом, как вам блюдо? Вкусное? Очень вкусно. Вкусно, да? Ну, они одинаковые, прям одинаковые. Цельная пицца или что это? Или это маргарита? Это маргарита. 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 Они одинаковые. Ну, это я понял. Вкусно. Я угадал блюдо само. Типа. Ну, вообще, вы для себя определили, где что? Я думаю, да. А ты? Но я уступлю ему. Так. Да, решил. Решил? Да, решил. Хорошо. Мы сейчас в любом случае будем поднимать таблички одновременно по первому блюду. Поехали. Раз, два, три. Поднимаем. И хорошо, значит, ну понятно, да? Ну что, ребята, хочу вас обрадовать. У нас есть один победитель. Ну да, если честно, не люблю ничьи, да, такой шучу. В общем, в этот раз побеждает команда Рейна. Плюс один балл. Теперь по ценам. Первое блюдо у нас было дорогое, как вы поняли, оно стоит 439 рублей, ну, 440. А вторая пицца стоит всего 90 рублей. Но разница вообще, да, никакая? Нет, вообще нет разницы. Я не почувствовал разницы. То же самое. Я скажу больше. Во втором блюде сыр был, его было больше, и он был намного с такой хрустящей корочкой, знаете. Ну, я думаю, есть какие-то тонкости, да. И думаю, в этом плане кому как, на самом деле. Ну, ребят, я вас поздравляю, поздравляю команду Рейна, мы двигаемся дальше. Та-да-та-дан! Как настроение, ребят? Все супер, хорошо. Все супер. Я слышал, что моя команда опережает на один балл. А моя команда хоть один балл заработала, только на этом спасибо. Кажется, Ксим проиграл
поедание пиццы? Да. Он не смог угадать пиццу? Хотя он там ел. Как? Ладно, сейчас посмотрим. Следующее задание будет, наверное, еще интереснее. Кстати, да, с каждым разом все сложнее и сложнее становится угадывать. Поэтому мы вам пожелаем удачи, одеваем маски и переходим к следующему блюду. И, как вы видите, блюдо уже на нашем столе. Сейчас ребята будут угадывать, и начнем мы, пожалуй, с Жана. Let's go. Let's go, открывай рот по... Вот так? Давай, открывай, пошире, пошире, давай. Сейчас, подожди, не комментируй, это очень вкусное блюдо. Амир, давай теперь ты. Открывай, пошире, пошире, пошире. Давай, закрывай. Такое облизнул потом. Такое солененькое. Колбаска. Сосиска. Сосиска. Теперь давайте перейдем, конечно, к блюду. В общем, ребят, нужно кушать аккуратно. Сейчас я даже чуть-чуть придавлю, чтобы вам было удобнее кусать. Поехали, давай, Жан. Давай, кусай. Вот, отлично. Пока ты пробуешь, переходим к Амиру. Амир, давай. Окей, если что, можно запивать. Тогда пойдем дальше пробовать второе блюдо. Интересно, угадают ли они, что дорого, а что дешево. Поехали, Жан, открывай пошире. Кусаем. Окей. Амир, приготовились. Кусаем. Аккуратно. Давай, кусай. Окей. Вкусно. А можно еще раз? Я что-то не распробовал. Можно. Давай. Так, аккуратно. Давай, открывай. Кусай. Амир, еще будешь? Давай, аккуратно. Чисто решили покушать, если честно. Чисто решили покушать. Что, ребят, как, нормально? Да, вот, нормально, да. Жан, давай ручку поднимай. Это попить. Как попьешь, Амир, давай я поставлю. Давай, пускай. Ага, давай уберу. Ребята, снимайте маски! Ура! Да. И в городе мафия, да, мафия просыпается. Отлично. Сконнектились. Что? Как вообще есть разница? Вот, да. Чувствуется, да? Я чувствую разницу, но я не буду ничего сейчас говорить. Да, я тоже почувствовал. Ну, раз вы большую разницу. Раз вы решили, ну что, поднимем. Раз, два, три. Поднимаем. И это... Отлично. Ну, так, соответственно, понятно. Дешево-дешево? Ага. Блин, тут теперь вам нужно понять, да, выиграли вы или нет. В общем, вы угадали. Да? Я вас поздравляю. Каждому по одному баллу. Ура! Смотрите, по ценам. Интересно? Да-да-да, интересно. Первый бургер у нас стоил 200 рублей. А второй был подороже, стоил 670. Ой-ой-ой. Ну, по нему видно, он был... Да. Первый чуть-чуть вот так кусаешь, он маленькое расстояние. А второй прям вот так кусаешь. Чисто из этого логически, что второй был дороже. Ну, я так думаю. Да, во втором мне понравился больше соус, мясо, как будто оно как будто более качественное. Вот, и там вкус лучше. Ну, более качественный, короче. А первое чуть-чуть суховатое, но ну, нормально. Вот, в этом есть разница, согласен. Я еще вам хотел, ну, утрамбовать немного бургер, чтобы удобно было кусать. Первый я утрамбовал, второй я не смог утрамбовать. Там соус начинал читлиться, я такой, ладно, давайте пробуем. В общем, да, бургеры действительно очень вкусные. Я попробовал сразу дорогой. Ну, вообще, блин, я говорю, я уже не раз повторяю, шоу действительно очень крутое, да, такого формата. Мне нравится. Хорошее шоу, да. Мне нравится, прям интересно. Ребята, давайте еще раз опоздаем ребят. К каждой команде по одному баллу, и мы передвигаемся дальше. Да, мы идем так же. Сейчас, как вы заметили, у нас стоит 4 стула. В этом задании примут участие все участники. Позовем их! Присаживайтесь, ребят, присаживайтесь.
Ребят, мы либо сравнимся, либо мы проиграем. Либо мы проиграем, либо мы проиграем. Они общаются по поводу того, типа, сейчас мы выиграем, либо проиграем, как готовы. Возьмите сразу масочки в руки и город засыпает. Засыпает и дрыхнет. Я не ложусь спать просто. Начинаю трение. Мы переходим к следующему блюду. Сейчас будет пробовать первыми команда Амира и Рейна по очереди. Открываем ротик. Отлично, открывай пошире. Ага, отлично. Теперь Рейн, давай. Сейчас я тебе скажу, когда открывать рот. Открывай. Открывай, открывай. Супер, осторожно. Осторожно. Команда Жан и Ксин. Жан первый открывает. Сейчас мы загрузим. Аккуратно, открывай пошире. Отлично, берем. Опа, супер. Ксин, приготовься. Раз, два, три, открывай. Отлично, цепляй. Супер. Как вкусно, да? Вкусно. Вкусно вам. Мне тоже должно быть вкусно, поэтому... Рис всему голова. Рис всему голова. Вкусно, да? У нас технический перерыв. Мы сейчас переходим к следующему блюду. Начнем в этот раз с команды Жан и Ксин. Открывайте рты по очереди. Жан первый. Сейчас, подождите, соус открою. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Открываем на счет три. Раз, два, три, давай. Опа! Ксин. Открываем. Раз, два, три. Оп, отлично. Амир, давай. Раз, два, три. Ага, аккуратно, аккуратно. Сейчас еще Амир. Вот, осталось. Ага, супер. И Рейн. Берем аккуратно. Ага, все. Приятного аппетита. Так, ну что, мы это убираем. Город просыпается. Можно снять маски. О, как ярко. Как вы, да, как вы думаете, ребят, кто мафия? Блин, жарко, да, наверное, в этих масках? Я вам даю сейчас 10 секунд на обсуждение. И вы должны понять, какое из блюд, первое, второе, было дорогое либо дешевое. 10 секунд пошли. А мы с вами пошептаемся немного. В общем, хочу сказать, что у нас с вами сегодня ужин. Я сегодня препаратил. То есть, ну, понимаете, я уже все продумал. То есть сейчас мы... Сейчас я покажу с вами на ужин. Все, время вышло. Вы готовы проиграть? И... Вы готовы проиграть? Мы конкретно готовы проиграть. Готовы? Вы готовы это, проиграть? Это ты мне сказал? Вы готовы проиграть? Нет, ты реально так думаешь, да? Ты реально... Я между двумя огнями. Я гурман международного класса. Паша, ты тоже гурман? Я гурман. Мы гурманы. А я хурман. Ладно, ребят, в общем, сейчас вы должны поднять свои таблички за первое блюдо. Какое оно было? Дорогое или дешевое? Приготовились? Раз, два, три. Поднимаем. И... Хорошо. Ребят, по ценам. Дорогое блюдо у нас стоило 600 рублей, а дешевое 150. И переходим к подсчетам данного раунда. Побеждает и забирает этот один балл. Этот один балл забирает команда Жан и Ксин! Еще туда, как объявили, распальцом. Спать! Туда! Туда их! Ребят, а кто там говорил? А кто там говорил? Что-то говорил. Проблемы? Проблемы, пацаны? Всего хорошего. Да, гурман сидит со мной. Но вы все равно не расстраивайтесь, да, потому что самое главное, мы покушали. Как вам блюдо и сложно ли было сейчас угадать? Сейчас было очень сложно. Пусть они первые скажут. Потому что второе блюдо, у второго блюда был такой ярче вкус,
соус, очень так еще мягче все было. Как будто там чего-то не хватало, соевого соуса. Нет, все было хорошо по мне так. Очень мягко, прикольно как будто. Ну ладно, все. Я думал, первое это думал из-за вкуса, то есть соленый. То есть вот этот вкус риса соленый, то есть вообще роллы. Из-за этого думал, это дешевый. Блин, кстати, он очень классный критик, типа, ну, соленый. В общем, смотрите, почему Амир? Мне смешно, потому что Амир говорит, что был вкус насыщенный. Так получилось, что я ему дал большой кусок этой суши. Ему был очень насыщенный вкус. Очень насыщенно. Очень сочно. Вот, комментарии второй команды. Ну, мы сначала сомневались, но поняли, что первое, потому что там был именно рис более хорошо сварен. Да, такой собранный. Да, а во втором варианте было как будто каша немного. Ну, развалистый был какой-то. Да, и из-за этого, но вначале было трудно, мы такие смотрим, и Ксим мне говорит, мы можем проиграть. Я такой, нет, но потом он сказал, рис, надо отталкиваться от риса. И мы оттолкнулись от риса. Хотя во втором был вкус насыщеннее. Но мы оттолкнулись от риса, типа он хорошо сварен, значит он дороже. И вот из-за этого сделали вывод. Блин, классно. Похлопаем командам. Как вы уже поняли, побеждает команда Ксин и Жан. Поаплодируем со счетом 4-2. Команды действительно молодцы. Было очень сложно прожевывать и переваривать, но все справились. Вот сегодня, так сказать, был у нас такой вечер, ужин. Если вы вместе с нами сейчас, в данный момент, когда смотрели этот ролик, кушали, мы желаем вам приятного аппетита. Приятного вам аппетита. Было вкусно, но не угадали, жаль. Но мне было, да, все вкусно, я хочу еще есть. Пойдемте кушать. Да, мы пойдем покушаем после. Но это шоу вышло, это уже вторая серия Номас Шоу, поэтому да. Надеюсь, вам очень нравится данный контент. Мы будем стараться над ним еще больше. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы обязательно будем прислушиваться к вашему мнению. Спасибо, что вы с нами. Ксин. Номас Шоу, эпизод 2. Так обидно, что не 4-0. А, ты хотел сухую их выиграть, да? Типа, ладно. Итак, с вами была... Это был Номад Шоу. Это было Номад Шоу. И с вами была группа Номад. До новых встреч! Ма, пока!